пересаживаем прошлогодние укорененные усы на новые грядки. Вот такая вот корневая система. Такой вот огромный кустик вырос. Это у нас усы с клубники и ришка. Такая вот корневая система. И уже, соответственно, много вот и не закладывающиеся цветоносы. Вот такой вот большой кустик. И сейчас вот на эту грядочку, она у нас получается длина ее 2,5 метра, а ширина 80 сантиметров, ну, примерно 40 на 40, наверное, будет на каждый кустик, может быть чуть больше, чуть меньше. В два ряда будем все ее пересаживать. Вот такая вот укорененная рассада из усов, в общем, укорененные усы. И вот так будем пересаживать все наши растения. Так, ну, примерно на уровень грядки насыпано земли, потому что все равно земля пока рыхлая, она будет еще оседать. Точь-точь, практически такой же вот еще кустик. Выкапываем углубление, примеряем наш кустик, чтобы был на уровне грядки. И теперь вот в это углубление будем осуществлять полив. И затем всю эту землю опять же заровняем вокруг. И вот все готово. Ну вот первое. Грядка из прошлогодних усов готова. Уместилось 12 кустиков. В принципе, все они достаточно такого большого размера. Единственное, вот эти вот, это какой-то другой сорт. Поэтому они вот поменьше. А остальные все, в принципе, вот такие вот прошлогодние усы. Успели вот так вот они хорошо вырасти. И отлично перезимовали. Ну, в принципе, осталось только накрыть ее черным вот этим спанбондом. Посмотрим. Вырезать будем, скорее всего, примерять отверстие делать и закрывать ее всю. Потому что, да, все-таки лучше уход за ней. Меньше всякой травы. И ягоды всегда чистые. Поэтому такая вот грядка. И через неделю проведем подкормку нашатырным спиртом. 2 столовых ложки на 10 литров воды. А пока оно у нас полито. И пускай приживается.